4 жизни у меня, что делать? 2 раза по мне и все. Всем привет, ребята, с вами я, Вумиронов. И сегодня мы с вами будем играть, продолжать игру под названием Dust Hills The Genocide's End. Да, так вы помните, мы вообще самые крутые, самые банальные, ну то есть, шучу. Ну, короче, продолжаем, второе прохождение. Ну что, погнали. Да, я хочу пропустить первый ад, вы помните, тут была первая фаза. Потом тут-то первая фаза этой игры, если я вам напоминаю. А, Санс, ты тупой. Ой, это очень важно, малой. Ну, знаешь, я не хочу, у меня такие случаи, поэтому тебе хана сейчас будет. Понял, малой? Ты мала. Я без вас чуть-чуть учился проходить и буквально вот чуть-чуть научился. Буквально. Чуть-чуть. Так, вот так вот. У меня, может, наверное, зря я не полечился. Надо было полечиться. Походу, да, зря. Хотя, может, и не зря. А, ну да, не зря. Вот теперь пора лечиться. Так. Заодно новый диалог посмотрим. Блин. Ладно, попробую с 13 хп выжить. Да, он тот нам показывает, как он был раньше. Но у него был другой. Не, это спрайт у него был реально другой. Вот это, да, я вспомнила, она из второй фазы была. Да, она из второй фазы. Досталась геноцид, вторая фаза. На синих тостях мне чуть-чуть легко. Чуть-чуть. Только чуть-чуть. Новый реторт, ребята, идем на новый реторт. Новый диалог сейчас будет. Ты уже помнишь это. Это уже, конечно, ты помнишь. Все еще кто-то один полагал то, что это не осталось в моей голове после всего, когда ты раз перезапускал. Вещи чувствуются по-другому. Тогда-то все изменится. Вот это новая атака. Ой. Которая... Чуть-чуть буквально сложно, чуть-чуть. Хотя, может, и раньше сложно. Блин. То, кстати говоря, после пятой атаки, атаки после лечения превращаются в хард-мод. Теперь тут они будут невидимыми иногда. Так, новый диалог. А таймлайн реально, я не знаю, первый сон стейбл, то что это должна быть твоя работа.
Я не знаю, что именно ты сделал с этим, но я начинаю думать, что это не планировано по твоему плану было. Я не знаю, что планировано, а что нет. Да, я же говорю, обязал, чтобы все учился. Для некоторого рыцаря я не чувствую, что это так и должно использоваться по Вике. Это еще одна шишка из этих, то, что ты твоих. Ты знаешь, что я говорю, если ты продолжишь следовать по путем, который ты сейчас ведешь, ты закончишь это делать с ледяной ситуацией. А это, кстати говоря, намек был. Потому что сейчас, вот видите, тут лед. С ледом я буквально несколько вещей ненавижу. Не смог справиться с этим один. Потому что сам что-то помогал. И тут мне придется лечиться, потому что сейчас будет девятая. А девятая сложная. Куда? Ладно. Это изи. 300 на хп. Одной хп не хватает. Ну ладно. Ой, мне сейчас придется стать дворя вот так сделать режим. Так надо. Ну что ж. Блин. Да ну нет, блин. Ну я был так близко, наверное. Я боюсь сейчас проигрывать, поэтому я поставлю на вот такую скорость. Дальше в таком режиме. Вот видите, тут такое происходит, нужно, у меня только одна летел-то, обидно. Вот теперь, в принципе, я могу. Блин. Ну, сейчас мне реально нельзя проигрываться. То есть, а тут у меня теперь будет... опять лед. Мне придется сейчас прыгать. Синие тости еще на меня падают.
Ну это вообще изи пота что. Пота что. Только пота что изи. Блин. Тут все ледяное. Блин. Ой. 11 атак. Кстати, в этой фазе всего лишь 14 атак, если кто не знает. Все темное. Why? Genocides? Юр Дженосайдес, я помню твои... Человек, я помню все твои геноциды. Человек, я помню все твои нейтралы. Человек, я помню все твои... Пацифист. Ты. Пацифист, ты. Да. Киллер. Вот нет, раз не пустят, только не это. Вон, по крайней мере, я правильно шел. Да ну нет. Ой, не, да блин. Все, они закончились. Ура. О, синие пусти теперь пошли. Замечательно. Что это? Да ну нет. Да ты большой Дастер Бластер. Он же маленький был. Да ну. Прям на Дастер Бластер пошел. Нет, чел, так честно. Нет, 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 нет. А вот это уже все сложно. МХП. И сейчас 12 атака будет. А мне еще 3 атаки, я не выживу. Я не хочу читать новый диалог. Что это? В смысле такой? Ой, в стене? Окей, это изи. Что дальше? Нет. Пошел инсанс этот. Куда? Блин, опять вот это тата, который... Ну, вы поняли. Ух. О, я не получил урон. Окей. Ой.
Да ну нет. Дайте мне его отховать, а то у меня сейчас жизнь сносится. У меня 7 жизней, а сейчас будет предпоследняя атака. Не хочу новый диалог. Окей. Ну это не сложно. Но это тоже. Ну да, потому что я в медленном режиме. Синие тусы. О, класс. Они двигаются. Там мне прям. Не надо. Не надо там мне двигаться. За что? Нет. Пыщ. Да, блин. Стоп, стоп. Блин. Синие кости. Тату нет, синие. Это плохо. А что тут? Типа тут просто прыгать? Ну ладно. Не понял. Уменьшается эта фигня, уменьшается, понял. А у меня 4 жизни. О, повезло. Так. Четыре жизни у меня, что делать? 2 раза по мне и все. Давай с этим закончим. Так. Нет. Ебой. Ах, ну погнали. Последняя атака сейчас будет. Ну и... Я извиняюсь, что? Мол, стаканчиваю, Катя. Чего-то помочу? Угу. Короче, у меня случился баб. То, что я пропустил последнюю атаку. Интересно. Я не тогда не понимала. Так много силы нужно, чтобы проверить. Он сюда делал. Не важно, так. Это сделала. Я прошел, ребята, читерство. У меня последняя атака таким-то образом забадлась, у меня ее не было. Интересно. Я прошел. Я даже не проходила. Да не хочу я это читать. Ну, короче, он что-то рассказывает то, что зачем это их ребенок. Это было всегда там? Дверь-то тает. Там Дастер? Продолжение следует. Во втором акте. Ну, блин, все, закончилось все. Спасибо за что поиграли. На здоровье. И заново начинается. Но не заново, а просто. Ну, я прошел первую фазу. Что насчет достижений? Вот, Санс потерял его сторону. Достижение неизвестно.
чтобы, допустим, достижения будут доступны позже. Тассеты. Тассеты будут. Вот видите, тассеты, достижения пота недоступны. Они будут в следующем обновлении доступны. Настройки. Ну, ладно. Ну что ж, ребята, вот такая у нас была игра. Танец геноцида. Мы с вами прошли первую фазу. И теперь мы в эту игру будем играть только тогда, когда выйдет либо такие-то достижения, либо вторая фаза. Ну а на этом все, ребята. Всем удачи, всем пота-пота. А, ну да, и про тассеты тоже не забываем.